В этом году весна у нас достаточно прохладная будет, в том числе и на Черноморском побережье. Так, апрельские температуры выше 20-22 градусов повышаться не будут. Ночные температуры, к сожалению, также, возможно, достаточно низкие, местами по краю заморозки, преимущественно, конечно, по восточным и юго-восточным предгорьям. Но угроза заморозков сохраняется и на всей остальной территории Краснодарского края, в том числе и на побережье. По маю месяцу мы ожидаем температуру несколько ниже нормы, и осадков будет несколько меньше нормы. Июнь у нас холодный, и только в июле у нас температуры будут около нормы.